Вот один это два раз, это что, проверка слуха. Раз. Это нормально? Вот и хорошо, спасибо вам. То мужчина хороший какой попался, помог мне эту гитару надеть. А то мужчина не надо мне вот делать, вот по русскому языку у меня всегда 5 в школе было. Что вы мне говорите? То надеть, одеть, я сама знаю. Как меня слышно? Хорошо. А я вас не слышу, это совсем. Это у нас такая форма для особых случаев, когда холодно и за еду работает. То мы на зимовьях выступаем, это, знаете, кочевья в Якутии, это у оленеводов, если что, там на Магадане, на приисках, то мы такие вот. На трауле я была один раз. Вот у нас песня сейчас будет со смыслом. За любовь и смерть. Вот так. Я вообще не хотела эту песню, потому что там про девочку Олю, а у нас тут подруга Оля, у нее день рождения, а тут про убийство, и она может обидеться. Я хотела песню про суд и про одного мальчика, который девочку убил. А я сказала, что то лучше на Новый год. Она лучше подойдет, она подушевнее. Вот на Новый же, год, да. Господи. Так, ну давай. Васильки, васильки, сколько мелькало их в поле. Помню, у самой реки мы собирали их, Оле. Знала она рыбаков, этой реки не боялась. Часто с букетом цветов с милым на лодке каталась. Оля приметит цветок, к речке головку наклонит. Милый, смотри, Василек, твой поплывет, мой утонет. А что, почему мой-то должен тонуть? Да я не поняла, что ты, я не знаю. Не можешь. Так же, как в прежние дни, он предложил ей кататься. К речке они подошли, в лодку помог ей забраться. Оля играет тобой, так мне друзья сообщали. Есть у ней милый другой, карты цыганки сказали. Милый тут вынул кинжал, низко над Олей склонился. Оля закрыла глаза, труп ее в воду свалился. Тело нашли рыбаки, вниз по реке оно плыло. Надпись была на груди: Олю любовь погубила. Теперь другая песня. Только тут надо рассказывать, как было. У нас, короче, за гаражами был друган. Ну, постарше, конечно, но взрослый. Крутой такой был пацан. На гитаре играл, вот такие волосы длинные. Пел это, как Альбана и Рамина. Барре мне вот показал на первом ладу. Вот так это, вот, знаете, такой барре. Серым звали, погоняла, городила. Мы с Блесей прямо тащились от него. Но мы малые были, он к нам как к детям, конечно. Но мы все равно решили, что будем его с армией ждать. А это долго, между прочим, да. В пятом классе-то вот год за три идет, да. И этот серый, короче, в нас видел этот Блесь, что он нас видел-то? Этот. Потенциал. А, вот это. Потенциал, короче. Ну и когда в армию его провожали, он нас так подозвал и сказал: девчонки, я вам отдаю самое дорогое. Мы думали мотоцикл. У него, потому что был мопед, верховина. А он нам это песенник отдал. С аккордами даже. И там была такая песня, он ее сам написал. И с этого все началось. Мы с Клесей на этой песне выросли, выучились. Ну только там такое, она длинная была, тоже со смыслом. Но Серый, он над ней там то вино пил,
то плакал. Потом консервы ел еще. Мы думаем, блядь, еще бычки в томате. И, может, вены резал, тут мы не уверены. А, там поэтому пятна и пропущены. Ну, мы потом у Серого это, значит, спросили, про что там было, где не видно. Ну, он нам рассказал, значит, короче, там мы вам по ходу объясним, что там было. На горячем на Ялтинском пляже, где задумчиво время течет, отдыхала семья Ивановых, папа, мама и дедушка Петр. С ними дочь загорала Наташа, была страсть, как собой хороша. Она книги любила Жюль Верна, приключений искала душа. Вот берет она ручку с бумагой, пишет детской рукою письмо, и буржуйскую пьет газировку из зеленой бутылки «Семяк». Тут пятно. Она ту бутылку, короче, кинула в море. И они с родаками домой вернулись в город. Северный какой-то город, типа Челябы, я думаю. Ну, и однажды звонят, это значит, двери. И какие-то там мужики стоят, это значит, с букетом. Матросы, вот так вот. Говорят, письмо ваше получили. Ну, девчонка эта, Наташа, призналась. И матросы с ними стали жить. Младший Сеня подался в шоферы, чтобы денег немного скопить. Старший Коля в лесхоз записался, он ведь с детства березки любил. Но однажды ребята собрались и решили Наташу спросить, кто из них ее сердца достоин, рыжий Коля или Сеня брюнет. И Наташа сказала обоим, разрывая на части сердца: я люблю вас, ребята, как братьев. И к подруге ушла вся в слезах. Сеня молча машину заводит и несется по городу он. И на красном, как кровь, светофоре он врезается в черный фургон. В том фургоне везли заключенных, свой у каждого был приговор. Оборвалась тюремная песня, лишь остался мигать светофор. Николай же пошел на работу, но не видел от слез ничего. Циркуляркою на лесопилке отпилил он конечность по грудь. А конечность была бригадира, бригадир был ударник труда. И сослали Коляна на зону на 5 лет по решению суда. Мы вообще любим, когда про суд. Если из-за любви, конечно. Короче, там это время прошло. Этот Коля вернулся, весь в татухах. А Семен в кресле инвалидном во дворе. Короче, поплакали, выпили это, конечно. Семен рассказал, что та семья уехала с города-то в Ялту. А тут им как раз бандероль приносит. А там бутылка с-под Массандры. А в бутылке письмо. Это было письмо от любимой. Аж целых 4 строки, остальные портфельном размыты, даже подписи не разобрать. В тех строках написала Наташа, что Андреем сыночка зовут. Николаич он или Семёныч, непонятно, но очень похож. Николай и Семён протрезвели, на друга впервые глядят. И под действием нервного стресса Сеня молча из кресла встает. Ну, тут опять пятно. В общем, до Ялты доехали, поехали. Девчонка эта, Наташа, увидела их.
заплакала, конечно. А пацанчик этот маленький, их не сын, оказался альбинос. Ну, альбинос это когда беленький такой, понимаете, и брови, вот, и ресницы, все это беленькое. И сказали ребята Наташе, ведь на нас он совсем не похож, а похож на директора школы, что медаль тебе лично вручал. И все вместе портвейну напились, папа, мама и дедушка Петр, а Наташа налила Андрюшке той буржуйской воды Seven Up. И шумело за окнами море, и стучали на батом сердца, моряки подались круха сверху, так и вырос пацан без отца. А то спасибо, спасибо за аплодисменты. Сейчас мы это бесовочку споем. У нас тут для наших фанатов, да? У нас есть тут фанаты. По кустам бегаем от них каждый раз. Да кто там бегает? Кто там бегает? Ты не бегаешь, а? Не бегаю. Стих. Посвящается пацанам с группы «А ну-ка, на-ка». 12 звездочек на небе. 12 месяцев в году, 12 мальчиков я знаю, и одного из них люблю. Стих посвящается пацанам группы БИС. Люби одного, а не 10, а то на березе повесь. Помню, ой. Помню, я замерзла, как собака. Дождик шел и хмурый день повис. Он мне со словами «ну-ка, на-ка» сигарету дал и две на бис. В подосинках холод, впору плакать. Выпить бы и стало, зашибись. В общем, он налил мне «ну-ка, на-ка» и во фляжку нацедил на бис. Пьем за сценой, вдруг хвосты макаки к нам пристали, ноя нарвались. Он вломил им с криком «ну-ка, на-ка». Фляжкой я добавила на бис. В эйфории от победы в драке мы закономерно надрались. Опа! Он разлил по 300, ну-ка, на-ка, и по 200 выпили на бис. А потом в палатке в полумраке мы слегка размялись, развлеклись. Раз так семь сказал он, ну-ка, на-ка. Раз так семь я заказала бис. Даже речи не было о браке. Слишком в интересах не сошлись. Он поет фанеру «ну-ка, на-ка». Я давно фанатка группы БИС. Я, конечно, девочка с филфака. Он алкаш-драчун и гитарист. Но под лозунгом «а ну-ка, на-ка» я в день
конечек провела на бис. Я б денечек провела на бис. Я б денечек провела на бис. Это 3 дня уже получилось, господи, 3 дня уже.